Привет, меня зовут Ольга Нечипаренко, и вы смотрите «Будь в форме». Как часто вы пробуете что-то новое? Я предлагаю поэкспериментировать со своим чувством ритма и научиться танцевать. В каждой девушке живет восточная красавица. Но пока вы стесняетесь себе в этом признаться, я уже записалась на занятия по восточным танцам. Эта прекрасная девушка – одна из тренеров-преподавателей школы фитнеса и танца Халиса. Когда она танцует, от нее невозможно отвести глаз. Каждое движение плавное, изящное и словно повторяет ритм музыки. Восточный танец «Belly Dance» сочетает в себе женственность, красоту и страсть. Он является олицетворением чувственной натуры восточной женщины. В танцевальной сфере я уже около 10 лет. При этом всячески развиваюсь, посещаю тренинги, мастер-классы, обучаюсь у известных педагогов мира и очень часто уезжаю на обучение. Поэтому мы проходим еще и психологические тренинги, где нас учат раскрываться, быть настоящими. Это называется физическое чувство правды. Поэтому все, что мы получаем, мы на своих занятиях и преподносим нашим ученицам. Наталья учит не только танцевать, но и передавать через танец свои чувства и эмоции. Ведь танцовщица – это тоже инструмент, который играет на невидимых струнах человеческой души, заставляя сердце биться чаще. Школа фитнеса и танца Халиса впервые распахнула свои двери для учеников в 2016 году. Мы долго к этому шли и все-таки решили открыть свою школу, потому что нужно было где-то заниматься, нужно было все знания, которые мы имеем, где-то кому-то отдавать. Поэтому мы и решили, что у нас будет Халиса. Халиса с арабского языка переводится «справедливая». Занятия проходят три раза в неделю. Это вторник, среда и четверг. В школе практикуется два основных направления. Занятия зумба проходят два раза в неделю, во вторник и четверг с 19 до 20.00. В эти же дни с 8 до 9 часов вечера школа Халиса приглашает на уроки восточного танца. Можно прийти на разовое занятие, которое стоит 8 рублей, или приобрести абонемент на 4,8 занятий стоимостью 28 и 56 рублей. Также по понедельникам и пятницам в 18 и 19.10 в школе проходят занятия для детей младшего и среднего возраста. Стоимость детского билета 7 рублей. Среда у нас трейчеринг и йога. Я считаю, что это правильно, потому что никто не умеет дышать в танце, а мы должны все время танцевать, двигаться, поэтому это помогает. Обучение в школе Халиса – это не только фитнес и танцы, это еще и множество интересных мероприятий, мастер-классов и познавательных лекций. Кроме того, школа – это настоящая семья, где в каждый праздник все ее члены собираются вместе, общаются и дарят друг другу душевное тепло. Коллектив у нас просто удивительный. Это касается и деток, это касается и взрослых. Поэтому все, кто желает, ждем в гости. И будем рады видеть вас в нашей танцевальной семье. Танец живота помогает принять себя такой, какая вы есть, полюбить свое тело, а значит, почувствовать себя по-настоящему счастливой, без оглядки на стандарты красоты. На занятиях вы научитесь управлять своим телом, улучшите координацию движений и укрепите вестибулярный аппарат. Постепенно ваши движения станут более пластичными и грациозными. Изменится даже походка. Благодаря особой технике движения рук танца хорошо прорабатываются спинные мышцы. Как результат, исправляются дефекты осанки, мышцы рук приобретают тонус. Достаточную нагрузку получают и остальные группы мышц, поэтому со временем вы сможете перевести вашу фигуру в желаемую форму. Женщина танцует танец живота для раскрытия своего внутреннего мира, для раскрытия самой себя. Танец живота, он показывает женщине, какая она есть на самом деле. Танец, конечно, очень завораживающий, и мы очень много работаем над техникой восточного танца, потому что техника, она уникальная. Работают все группы мышц, и ни в одном тренажерном зале так не работает тело, как в восточном направлении. В зависимости от интенсивности тренировки за один час в тренажерном зале сжигается от 200 до 400 калорий. Чтобы научиться танцевать, вам понадобится потратить целых 500. Дело в том, что во время занятия работают практически все мышцы тела, поэтому восточный танец – это отличная физическая нагрузка.
Чтобы почувствовать себя Шахерезадой, не обязательно знать 1000 сказок. Перевоплотиться в восточную красавицу вы можете в школе Халиса. Стать изящной, пластичной и загадочной нам поможет тренер Наталья, которая обучит нас всем премудростям восточных танцевальных техник. В восточном танце есть базовые элементы, которыми должны овладеть все новички. На этом мастер-классе мы выучим несколько из них. Все элементы могут составить основу вашего танца. Качалка. Мы делаем небольшое плие. Наши коленки полусогнутые. За счет колена, когда оно будет выпрямляться, наше бедро потянется вверх. Выпрямили коленка. Присели. Выпрямили левое. Обе стопы стоят на полу. Продолжаем движение бедрами вверх-вниз. Ускоряемся. Стопы полностью стоят на полу. Работаем только бедрами. Только бедра. Низ стоит. Вверх стоит. Ускоряемся. Двигаются только бедра. Верхняя часть тела остается неподвижной. Второй элемент называется тряска. Тряска – это тоже работа наших коленей. То есть мы по очереди правая и левая коленка выбиваем назад. Этот элемент можно выполнять в медленном и быстром темпе. Также можно поочередно отводить бедро в сторону. Есть еще вариант тряски, когда работают наши плечи. Плечик отправляем вперед правая, возвращаем назад, только плечо. Плечо раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два. Теперь попробуем поработать с плечами поочередно. Их можно поднимать и опускать, или поочередно выставлять вперед. Научимся делать удары. Исходная позиция – нога согнута в колене. Выпрямляем колено, и бедро автоматически поднимается вверх. Резко опускаем бедро вниз, изгибаем колено. Верхний отдел должен стоять. У нас идет полная изоляция. Работа только бедер. Следующий элемент – тарелочка. Мы делаем небольшое плие. Присели. Сейчас бедро поднимаем вверх за счет того, что мы выпрямляем колено. Наши ягодицы отправляем назад. Назад. Меняем ножку. Раз. И вперед делаем зажим. Два. Соединим все точки, и получится круговое движение бедрами. Элемент бочка. Отводим бедро вправо, затем вперед, влево и назад. Соединим точки. Обратите внимание, амплитуда кругового движения в этом элементе больше. Чтобы закончить наш танец, выполним еще один очень красивый элемент. И добавляем волосы. Делаем прогиб. Опускаем волосы ровненько и резко поднимаем волосы вверх. Раз. Повторим танец под музыку. Тех, кто сомневается в своих способностях, школа приглашает на бесплатное пробное занятие. А в случае, если восточный танец настолько покорит ваше сердце, что вы захотите заниматься им на продвинутом уровне, есть индивидуальное занятие с тренером стоимостью 20 рублей. Весело провести досуг и отвлечься от домашних забот поможет танцевальная перезагрузка. Зумба – это простая, но эффективная фитнес-программа, основанная на латиноамериканских и мировых ритмах. На класс зумба приглашаются как девушки, так и парни. Ритмичные движения под зажигательную музыку, яркая одежда, море позитива и улыбок – так в школе Халиса проходит каждое занятие. Кроме того, такой урок танца станет отличным вариантом нестандартного свидания, которое поможет освободиться от комплексов и раскроет таланты вашей второй половинки. Программа подходит совершенно для всех. Для детей, для мужчин, для женщин. Здесь ничего не нужно делать, просто приходить, повторять за тренером. И это вся основная задача студентов, которые приходят. Это очень зажигательно. Это как будто бы мы пришли на дискотеку. Приятным бонусом к занятию станет не только эмоциональный подъем, который дарит нам сам процесс обучения, но и естественное похудение. Занятие проходит в ритме интенсивного движения, поэтому и лишний вес тает на глазах. Обожаю танцы, это на самом деле заряд энергии. У меня маленький ребенок, и вот я наконец-то вырвалась на такие мероприятия. Ну, это вообще здорово.
Вот этого, конечно, не хватало. Когда в мою жизнь вошла Наталья со своими танцами, жизнь поменялась кардинально. На самом деле, если у человека есть три желания, первое облагородить свой досуг, второе – скорректировать фигуру и поправить здоровье, и третье – заняться танцами, научиться танцевать, узнать много о танцах. Тут как раз вот человек, который исполнил все три желания, как золотая рыбка. Появилась легкость, чувство ритма, зажигание. Я пришла сюда, я себе подняла настроение на самом деле. Появилась любовь ко всем людям. Забываешь о работе, забываешь о том, с какими желаниями сюда пришел, и уходишь просто на крыльях, когда наступает... Вторник и четверг уже просто прыгаешь от радости. Ура, сегодня танцы! Восточные женщины издавна славятся своей загадочностью. Их глаза увлекают, фигура очаровывает, а танец способен покорить любого мужчину. Теперь вы знаете главный секрет восточных красавиц. Танцуйте и будьте неотразимы!